Вот, один мой родственник, я понял, что один это очень мало. Один мой родственник, дядя Валя его зовут. Дядя Валя, он заслуженный донор России. Он всю свою жизнь сдает кровь. А все остальные уже сдали это. Да, вот. И буквально 3 дня назад мы собрались, вся семья собралась, Боря сидит, значит, все. И дядю Валю сбоку всегда мы садим. Он такой, ну такой неактивный такой он. Такой. Все, я говорю, дядя Валя, вам что, водочки? Не надо. Вот. Я говорю, может, сока? Сока, да. Сок. И я ему наливаю слитый, как его, стакан томатного. И он так... Серег, а у меня-то темнее. Прекрасный рассказ. Как здорово, что есть на земле родственники. Я бы хотел перейти к новости, связанной с президентом, новоизбранным президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. А его избрали, между прочим, да. Ну, я для Виктора из Саранска сейчас. Он просто очень долго спал после ночной. 3 недели? Нашего выбрали. Виктор. Твой голос все решил. Сработало. Виктор. Молодец, Виктор. Значит, вы знаете, очень интересные тайные данные опубликовала газета КП. Расшифруй-ка. Кто? Тихо. Ну, можно и так. Можно и так. Константин Паустовский. Так расшифровывается название этой газеты. КП. Спецслужбы назвали Обаму отступником. Секретный охранный департамент придумал новые кодовые имена новой президентской семье. Поскольку, немногие знают, но охранники, когда разговаривают друг с другом по рациям, спецслужбы, у них клички дают президентам. Вот у Буша нет, у Буша было прозвище Неваляшка. Неваляшка вышел третьим. Аккуратно, Неваляшка упал. Буш-младший был Неваляшка, а Обама, его зовут... Ренегат. Ренегат. Да. Ренегат? Да, да, кличка... Для спецслужб. Он еще не успел ничего не сделать, они уже... Ну, вот президент у нас, ренегат. Ну, какие клички могут быть у... У Ангели Меркель, допустим. Ангел Чарли. А у Ющенко какое? Фартовый. Ну, судя по тому, что так здорово идут дела. Да, безусловно. Фартового. У Саакашвили прозвище может быть... Моль. Моль? Моль у Саакашвили. Почему? Ну, вот. Ест вещи. Гордона Брауна? Все только иностранных президентов. А своих боимся, что ли, мы? Да, Уго Чавес, например. Теперь он свой же. А нашу программу, кстати, часто обвиняют в том, что мы боимся критиковать существующее законодательство. Да, что мы... Политических деятелей нашей страны. Америкосов-то гораздо мочить. А вы про своего. Давайте, какие прозвища у наших? У нашего. Правда, я могу бы сказать? Про кремлевских. Лучший. Красавчик! The best из федерального собрания. Владыка. Владыка. Фродкова уволили уже, да. Все. А я думаю, это все про Фродкова говорим, нет? Ну и, ну да. Ну и да. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Как мы наших, а? Пропесочили на первом. Да? Красавцы. Молодцы, да? Не ждали слова молодцы? Мы вообще... На первом. Пусть нас вырежут, но вы все лучшие люди. Да. Сереж, пока поперло, попроси ипотеку. Попроси ипотеку, Серега, проси. Не выгнали бы. Откуда? За смелость. Да, друзья. В общем, к нам на острый язычок Сергея не попадайся лучше. Да. Уже набирает телефон. Вы слышали про красавцев? Обнаглели на первом. Ух. Ух. Это не первый случай, когда Сергей звонил по маркеру администрацию президента Российской Федерации. Я 2 раза дозвонил. Спиртовой, поэтому дозвониться несложно. Сергей, дай вас. Хочу продолжить тему президентов. Сильвио Берлускони встретился с президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Сейчас. Это был официальный визит. И во время этого визита Сильвио Берлускони сказал следующее. Внимание, вопрос. Внимание, фраза.
Что сказал? Так, подождите. Что сказал Сильвио? Сильвио Берлускони на встрече с Дмитрием Медведевым сказал следующее. Барак Обама имеет все для того, чтобы договориться. Тихо. Он молодой, красивый и даже хорошо загорелый. Вот он, скандальчик-то, да? Вот как неосторожно Сильвио обошелся с этим словом. Это еще не все, что сказал Берлускони. Ну-ка. А еще он всех заинтриговал, сообщив... Это сообщает нам газета «Известия». «Известия». «Известия», да. Как пишет газета «Известия»? Сегодня... Я оговорился. Берлускони всех заинтриговал, сообщив, что намерен экспортировать в Россию нефть. Нефти посетовал премьер в Италии. Нет. А в качестве ее заменителя предложил предпринимательский дух. И его понесло немножко. Он боялся. Ему сказали, сегодня, Сильвио, ты будешь встречаться с президентом России. Он же... Нет, нет, это сегодня будет? Нет, нет, он с утра просыпается, на следующий день такой, ой, какой кошмар. Он такой, а Обаме звонил, назвал, загорел, ой, какой кошмар. А России что? Нет, предлагал, ой, какой кошмар. А этой Меркель звонил, да, и чё? Просто пошутил по-злову. Про фашизм, ой, какой кошмар. Ой. Ну все, вот ключница делала. Вот. На самом деле, я думаю, Барак Обама, я смотрел... Ключница водку делала. Да, да. Я смотрел просто интервью Барака Обамы, которого спросили через день после этого, что он думает о высказывании Сильвио Берлускони насчет того, что он загорел, и это, может ли вызвать это в его, так сказать, представлении некие российские нотки, прозвучали или нет. Он говорит, да нет, это очень нормальная шутка, у нас вообще в традициях афроамериканцев очень весело вот так шутить, поэтому этот макароник то, что сказал, для меня... Но, как мы сегодня президентами-то, а? Статья в газете «Труд». Недопро. Первые шаги президента Обамы. Да. Избранный президент США Барак Обама. Начал ходить. Отказался гарантировать Польше. Да. Непременное размещение американских ракет. Он сейчас больше занят экономикой. Барак Обама сейчас больше занят экономикой. Наконец-то наступил момент, когда Америку больше интересуют внутренние проблемы, чем Польша. Ваня, напомни про историю со 100 миллиардами долларов, просто чтобы было понятно. Приятно, что ты из нас троих выбрал именно меня, когда речь зашла о серьезных деньгах. Дело в том, что ни для кого не секрет, в Польше возлагали большие надежды на этот договор про-про. 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 Да, да. Значит, Америка пообещала дать Польше 100 миллионов... 100 миллионов долларов. Польша сказала, хорошо, мы вам предоставим себя. Ставьте ракеты, господи, ну что? Такое часто бывает между людьми. Кто-то обещает кому-то деньги, а тот предоставляет себя. Ставь ракеты. Подставляет себя. Подставляет себя под ракеты. Представляете Польшу? Полякам. Людям, которые знают и умеют, и знают толк в том, как правильно потратить американские деньги, им было сделано предложение. Хотите 100 миллионов? Соточка. Очень хотим, сказали поляки. Скажи по-польски «очень хотим». Жгамоч. Вот так. Сказали поляки. Жгамоч. Но не тут-то было. В этот момент Обама... Новоизбранный президент США говорит, подождите-ка, алло, да, у нас есть экономические свои вопросы. Сейчас... А Польша говорит, секунду, мы уже под это дело кредиты взяли. В российских банках. В российских банках. Машины новые не купили, старые починили. В Египет ездили. Да. Как это не дадите? Подождите, мы у Венесуэлы заняли уже под вас. Так на Польше же был не случай, когда Польша заходила к соседнее государство. И говорил, ребят, ну, все нормально, там, треху дайте нам. Там у меня сейчас такой транш идет, что вы тут все в шоколаде будете. И говорил, Барак Обама внезапно заявил, что подождите, ребята, у нас экономические проблемы. Может быть, очень возможно, что эти 100 миллионов долларов понадобятся нам самим. И что же сейчас будет с Польшей? Я думаю, Качинский будет лет 40 сейчас водить поляков по Европе. Я думаю, да. Пока долг не простят. Я хочу сказать одно, друзья. Есть радостная новость из Калининграда. Из западных рубежей нашей с вами родины. В Калининграде жирафа в зоопарке. Жирафа. Назвали Искандером. До этого называли жирафом. Жираф, иди ешь. И он говорит, ну как-то неловко. Они даже уже научились стрелять из жирафа. Ну, жираф сам-то давно умел, а тут и люди подключились. А жираф как назвали? Искандер М?
А девочек Искандер Ж. Давайте объявим. Ну давай, объяви, объяви скетч. А что, давай, объяви. Я переведу с пирожного на русский. Скетчи на Первом канале. Очень весело сейчас будет для вас. Готовьте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что интересует? Понимаете, у меня сегодня свидание. И мне бы очень хотелось произвести впечатление. Понравиться. Понимаете? Понимаем. Поможете? Вот. Это поможет. Да? Да. Спасибо. Только без обид. Я нахожусь на месте главного события сегодняшнего дня. И вот буквально сейчас из стен этого здания поступило сенсационное сообщение. Совершенно точно доказано, что Бога нет. Секундочку. Нет, точно нет. Подождите. И вот сейчас поступило опровержение. Бог есть, слава Богу, Бог есть. Да, точно есть. Постойте. Нет, нет. Нет, точно нет. Хотя, подождите. Если у кого-то есть что сказать против этого брака, пусть скажет это сейчас или молчит вечно. Объявляю вас мужем и женой. Мне нужны трусы 42-го размера. Мне нужны трусы 42-го размера. Мне нужны трусы 42-го размера. Я не продавец. Мне нужны трусы 42-го размера. Что? Мне нужны трусы. Жан, молодому человеку трусы нужны. Да, трусы. А какого размера? 42-го. Или 44-го. Любого. Любого. 42-й у него, как твоего Кольки. Мой Николай сложен, как Аполлон. А ты? Мне только без обид. Получили совершенно точную информацию. Нет, нету его. Вот сейчас мне совершенно компетентный источник сообщает, что Бога есть. Торможение. Есть торможение. Сели, Федор Иванович. А что они там кричат, Сережа? Бис, Федор Иванович. Сережа? Заводи. Бис, Федор Иванович.
как винта. Так, это решающий выстрел нашего спортсмена. Сейчас должна решиться судьба золотой медали. Невозможно переоценить важность этого момента, потому что отклонение стрелы хотя бы на полсантиметра будет означать крах всех надежд. Не нужно, думаю, говорить, как волнуется наш спортсмен, потому что... Давайте помолчим. Послушайте, ну вы определитесь там уже. Я не могу непроверенную информацию в эфир давать. Это точно! Ну вот точно-точно, да? Прямо точнюсенько-приточнюсенько. Вот мамой клянусь, да? Вот зуб даю, век воли не видать, так? Вот чтобы я взял кредит, а меня завтра с работы уволили, точно? Эфир! Извините, технические неполадки. Итак, я веду свой репортаж от стен здания, где сегодня было точно доказано, что Бога нет. И вот только что поступило уточнение. Тут неразборчиво. Девушки, мне нужны плавки. Вот, пожалуйста. Труссарди. Последняя коллекция. Не. Вы не поняли. Труссарди у меня уже есть. Мне плавки нужны. По-моему, в этом скетче финал не нужен. Только без обид. Ну что? Следующая новость, о которой хотел бы сообщить всем я. И Медведеву без галстука. Это такие... Пришли лидеры фракции в Госдуме, чтобы обсудить с президентом его послание. И вот фотография, где Дмитрий Анатольевич Медведев проверяет, все ли сняли галстуки. Потому что это четко. Нет, и все со сменкой пришли. Почему у Зюганова нет чешек? Вот. Ну, смельчак. Не, ну страшновато это слово. Значит, я еще так хотел поездить по миру. Идем к новости. Итак. Ну, значит, без, к Медведеву без галстука. Такое ощущение, что это, знаешь, название какого-то туристического тура. Автобус стоял, к Медведеву без галстука, да. К Медведеву без галстука, там товарищи, проходим, садимся в автобус. Ваня, это поверхность, такой анализ этого события. А что же он говорил с лидерами фракции? Что происходило? Ну, настоящий... Он первое, что сказал. Ребята, вы без галстуков другие люди. А вам, Геннадий, вообще не нужно галстук носить. Нет, он вас... Вы бы рубашку одели. Ну, кстати, Зюганов, поскольку находится в жесткой оппозиции, принес галстук в кармане. Так, у меня есть новость. У Александра Цекало есть новость. Да. В Белгороде нашли пополнение, источник пополнения бюджета, который не иссякнет, как предполагают, даже во время кризиса. Ну-ка. Здесь безжалостно штрафуют некультурных людей за сквернословие. Штраф от 500 до 1000 рублей за матершину. Вот. И уже 4 миллиона рублей они наколотили. А как? За какой период только? Я сейчас заперет объявление о вступлении в силу этого закона. Из зала. Мне очень смешно, что деньги за мат будут брать. Это, конечно, отлично. Я хочу сказать... Какая сумма? 4 миллиона уже заработали. 4 миллиона уже заработали. Это, понимаешь, рублей. Это за 6 минут, понимаешь? Я бы хотел... Благодаря сантехнику Сидорову, которого штрафовали на 500 рублей, нет, а все остальное, он говорит, на сколько и потом? 3 800, на! Вынь да положь! Ну, кстати, это впервые на деньги от мата могут библиотеку построить. Трехэтажную. Трехэтажную, да. Следующая новость, которой нас переведет проводник новостей Сергей. Новость про Китай. В период того, когда по всему идет финансовый кризис, попытался выйти из него Китай. Он, смотрите, что он сделал. Китай выделил 585 миллиардов долларов. Помните, по всем новостям сказали, что выделили? На следующий день все индексы на всех фондовых биржах, по всему, на всех площадках, по всему миру поползли вверх.
И через день рухнуло все. Опять. И китайцы сидят такие. Не то. 585 миллиардов долларов. Черт, не то. Я считаю, что новость закрыта. Я откупоривай другую, да. Давайте короткую новость, быструю, так легкую. Какой? Новость бомбу. Я бы не назвал ее бомбой, назвал бы ее такой бомбочкой. Новость петарда такая. Новость такая шутиха. Город в Орегоне, Орегон это штат США, выбрал первого в США мэра транссексуала. Наконец-то. Слава тебе. 60-летний. Что терять? Стью Расмуссен прежде успел отработать на должности мэра два срока. Но внешне он был вполне обыкновенным мужчиной. Внешне был вполне обыкновенным. Больше двух сроков нельзя находиться на посту мэра городка Сильвертон. И жители сказали: Стью, подожди, не собирай вещи. Есть у нас тебе одно предложение. Тебе сколько лет? Он говорит, 60. Они говорят: Джонни, доставай серп. Пойдешь на третий срок. Он говорит, как же я пойду? Они говорят, ну сразу не пойдешь, но через два дня сможешь уже передвигаться без помощи посторонних. И... Что же вы со мной делаете? Вот как он выглядел, смотри, вот здесь как он выглядел до того, как надел бюстгальтер. И как меняет черное белье человека, Сергей. Вот ты сомневался, а не надо, вот, другое лицо. Удивительная новость. Из США. США, внимание, потеряли атомную бомбу неподалеку от берегов Гренландии. И да. Скрывают от нас это. Сюжет такой. В январе 68 года бомбардировщик США B-52 с ядерными зарядами на борту потерпел катастрофу вблизи американской базы North Star Base. На борту разбившегося самолета было сразу 4 бомбы. После этого были обнаружены и подняты со дна Ледовитого океана только 3 бомбы. Четвертый боезаряд так и не был найден. Самое главное, что Гренландия стала ядерной державой, друзья. Дания. Неожиданно. Бесплатно стала ядерной державой. Монголия, откуда у вас ядерная бомба? Ой, это американцы потеряли. Я не виноват. Нет, у Ирана сейчас отличная отмазка. Это не мы сделали, да. Американцы приезжали, забыли? Забыли, забыли в сейфе. Гостиницы. Оставили на подоконнике, да. Слушайте, оставили. Это как... Часы, цепочку и ядерную бомбу оставили. Я 215 думаю, с американскими ПРО в Чехии и в Польше точно такой же сценарий был предусмотрен. Когда Россия вдруг заметила, слушайте, откуда ракеты эти? И поляки. Они били гостях и уехали, оставилось это. Ракеты, бомба. Мы не знаем, а это потерял кто-то. Я хотел бы обратиться ко всем странам. Ищите на своей территории то, что могли у вас потерять Соединенные Штаты. Бомбы, жвачки, джинсы, кассеты, бинокли. Все что угодно. И так не бывает на свете, что были потеряны бомбы. Две маленькие короткие новости. Первое. Выходит новая книга «Человек из Армагеддона». В сборник фантастики вошли новые рассказы В. Головачева, Азорича, Е. Малинина. Я хотел бы узнать, знаете ли вы старые рассказы В. Головачева, Азорича, Е. Малинина? Это вопрос в никуда. И второй интервью. «Миримайте, мне дорого внимание сильных мира сего». И вот что она пишет в интервью. «Моя мама просто влюблена в Россию. Она знает про вашу страну все. У нее блестящая память, и она мне много рассказывала про Киев». Мама помнит Киевскую Русь просто. Я просто следующую новость еще родилась. Мама помнит Киевскую Русь. Есть и еще одна новость, которая продолжит твой блиц. В Тбилиси предложили переименовать улицы с русскими названиями. Вот такая новость. В ответ я предлагаю все русские улицы переименовать на грузинские. Предлагаю оставить малую грузинскую, большую грузинскую улицу имени Шота Руставели и еще прибавить. Знаете, но мне ничтожно мало. Мне кажется, что маленькая улочка. Я живу на ничтожно малой грузинской, дом 8. Вот сквер имени Пушкина в центре Тбилиси собирается переименовать в сквер имени Варшавы. Есть такой поэт. Он не так популярен, как Александр Сергеевич, но тоже умел складывать слова в ритм. Я думаю, что будут говорить Тбилиси, жители, говорить, а как вот дойти, допустим, как попасть на площадь?
Шварценеггера. По Обаме идете, да? Идете по Обаме, поворачиваете на Чака Норриса, и там прямо по... За 12, за ларьком. По Рис, в общем, по Чернышевского, до обкома, и там уже... В поездах подорожало белье. Вот. С праздником, Россия! Наконец-то статью расходов российских железных дорог появилась такая статья, как «Порошок». А не просто тупое намачивание. Новость про человека, чьи песни однажды познакомили нас. Друг с другом. Так, друзья, Шуфутинский споет для бандеровцев. В США так прониклись к творчеству Михаила Шуфутинского, что решили сделать из его Марджанджи. Марджанджи. Это название песни такое, да. Саундтрек, саундтрек голливудскому блокбастеру. Представляете, открываются двери бара, заходит Бандерас, и вдруг Марджанджи. Я что, единственный знаю эту песню? Я вспомнил потрясающую новость, друзья. С завтрашнего дня на Первом канале стартует проект «Последний герой». Как мы долго его ждали. Давайте поаплодируем. Этот проект, мой любимый проект, когда... А если кто-то долго не ждал, его может не аплодировать? Ну... Не, я как бы его ждал, но недолго. Я минуты три подождал, вижу, он не идет, не и идет. Переключил на Animal Planet. А я три года не переключал, сидел с бутербродом. И вот он и здесь. Вот с воскресенья... Стартует. Ребят, сегодня давайте голосовать. Кто один из нас должен уйти. Давайте. Согласен. Последний герой, да. Да. Кто? Я, для того, чтобы мы могли как бы не волноваться хотя бы за процесс голосования, я предлагаю голосовать тайно. То есть каждый напишет каждый фамилию. Подойдет ко мне и скажет. Каждый подойдет. Так как это проводятся выборы в Молдавии, да. Сегодня... призывника. Армия говорит, приди ж ко мне, Витязь здоровый. Я предлагаю проводить Сергея в армию, поскольку, друзья, я думаю, что с сегодняшнего дня вступает в силу новый закон, он действует только для одного человека, когда в 30 лет можно еще послужить пойти. Серега, для меня закон, да. Я специально принес гитару с серым проводом. Я объясню, зачем эта песня? Чтобы стать своим с первого же дня службы, нужно спеть хотя бы вот эту песню. Вань, давай. Да давайте сюда, ходите поближе. Садись. Давай. Чтобы песня была задушевной, гитара должна быть чуть-чуть расстроенной. Чуть-чуть я расстроен. Иначе не будет. Ну. В океане средь могучих волн, где дельфины нежатся с пеленок. Раз попался под рыбацкий бор, маленький попался дельфиненок. А когда изрезанный винтом, оставляя след багрово-алый, слезет быстрее приближалось дом. А дельфин кричал, ну где ж ты, мама? Выборы прошли. День призывника уже прошел. В армию в пустом вагоне еду. Из-за пацанов я пью чаек. Мамочка, прости, я не приеду. Самое удивительное в этом во всем, что все это время Саша Цикало сидел на этом.